успех не одинаков, так для всех. Но по сути смех да грех. Тот это то успел и получил все, что хотел, но чувствует, хотел не то, да и теперь не знает что. Случись опять начать ходить, чего желать, за что родить, что пожелать не то кому. Себе давно любимому, чтоб все тип-топ и по уму. И что же он найдет ответ? Да, по уму. А в общем, нет. Ум наш все, а что тип-топ? Ну, типа, это как везет. Неважно, кто, чего, куда, но главное дело без труда. Какой бы ни был этот труд, в народе он любой не крут. Иное дело на печи, тут те и баба, и харчи, и скатит все на стол мечи. Ну, словом, сказка чудеса. Да что я, все ты знаешь сам. А если так, куда спешить? Кого ты хочешь насмешить? Так и пошло, что не спеша. Любым успехом дорожа, мы злимся отчинно на тех, кому способствует успех. Мы злимся отчинно на тех, кому-то способствует успех. Кому способствует успех.